И на закуску у нас гигант, который достаточно массивен, чтобы ставить на место транспортные контейнеры. Это подъемник Kalmar DRD-450. Высота 15 метров. Длина 14 метров. Kalmar DRD-450 — это колосс, поднимающийся в высоту на 15 метров, занимающий квадрат площадью 14 на 4,5 метра и весящий чудовищные 104 тонны. Да, это перед тем, как он поднимет что-нибудь. Только отпустить этого малыша с поводка, и он схватит 45 тонн и поднимет их на высоту 5-го этажа. Сложите все вместе, и получается, что эта машина, вместе с грузом, весит в 2 раза больше, чем Boeing 707. Но вы не найдете ее на летном поле. Нет. Вы найдете ее здесь. Рыскающий по одному из самых больших портов на планете. Лонг-Бич, Калифорния. Здешние терминалы имеют дело с одними из самых больших контейнеров в мире. Вес в пределах от 270 до 360 тонн является тут обычным делом. И все, что идет с запада от Миссисипи, изначально попадает в этот район, в этот порт. Поэтому очень важно уметь быстро разбираться с такими грузами. Этот подъемник перемещает контейнеры немного другим способом, чем обычно. Вместо того, чтобы все время двигаться при помощи гидравлики и управления, оператор может оставаться на месте, дотянуться до груза, взять его и поставить туда, куда нужно. Это дает возможность этому механизму захватывать и перемещать до 50 контейнеров в час. Это эквивалентно полосе стали длиной 800 метров и весящей 1 миллион 800 тысяч тонн. Но прелесть этой красотки не в том, сколько вы можете поднять, а в том, откуда вы можете это достать. И вот здесь-то подъемник даст любой машине 100 очков форы. На высоте 6 метров он может достать до 3-го ряда и поднять 25 тонн. Попробуйте-ка достать 3-й ряд контейнеров высотой более 12 метров обычным вилочным подъемником. Лучше и не пытаться. А сейчас попробуйте сделать это под углом. Заметьте, что обычным вертикальным погрузчикам нужно очень близко и под прямым углом подъезжать к контейнеру, к его центру, прежде чем пытаться его поднять. В то время как наш подъемник может поворачивать груз на 360 градусов, крутить его так, чтобы поставить в нужную позицию. Он более маневренный, более гибкий. Вам не нужно точно попадать в центр, чтобы работать. Секрет выдающихся возможностей этой машины в ее конструкции, отличной от других вилочных подъемников. Это подъемник Kalmar DRD-450. Что его делает уникальным, так это его размеры, формы и то, что он может делать. Вы обратили внимание на массивные колеса? Их диаметр составляет 1,60 м. Это самые большие из используемых покрышек. Они нужны для стабилизации и распределения давления. Это подъемные цилиндры, ключевая деталь всей машины. Эта пара цилиндров способна поднять груз весом в 45 тонн. Сейчас мы под задним противовесом грузовика, возле рулевого механизма. Он управляется задней осью. Вы видите, как поворачиваются колеса для лучшего угла поворота. Еще вы можете видеть массивный рулевой цилиндр и саму ось, которая имеет очень большой вес и служит частью противовеса, чтобы удерживать центр тяжести внизу для поддержания стабильности. Наверху вы видите траверсу. Она называется траверсой, потому что может расширяться от 6 до 12 метров в зависимости от того, что вам нужно поднять. Ее еще часто называют захватом. Если вы посмотрите на уголки, то увидите там замки. Они попадают в отверстие и задвигаются туда. Они замыкаются, и это держит на 4 углах все 45 тонн веса.
Сидя на довольно большой высоте, этой машиной управляет Джеймс Фокс. Я работаю на свежем воздухе, возле воды. У меня прекрасный офис. Из него открывается прекрасный вид. У меня замечательные коллеги. Мне это нравится. Здесь так хорошо, лучше всего. Сейчас я вам покажу. Берете 23-метровый 70-тонный контейнер и поднимаете его на какую хотите высоту. Или проносите над чем хотите. Если вы еще не привыкли, то нужно быть поосторожнее. Но как только привыкнете, откиньтесь на спинку и расслабьтесь. В нем столько мощи, он такой массивный, такой большой. Это огромная машина, и она сделает все, что вы пожелаете. А еще, чего нужно опасаться, управляя этим устройством? Всего. Всего, что меня окружает. Нужно быть внимательным. Вокруг ведь ходят люди. При работе в порту безопасность выходит на первый план. Здесь все такое массивное и тяжелое, может случиться все что угодно. И обычно второго шанса не бывает. Но если им управлять осторожно, то единственное, чему может угрожать Kalmar DRD-450, это конкуренты. Все на этой машине больше, чем у других. Колеса, общая длина и вес, высота. Она больше, она расторопнее, чем другие. И ждет, когда ей поручат работу.